Здравия желаю, новобранцы, рядовые ветераны и маршалы. На связи штаб игрового спецназа и смена связист Иван Нагибатор, и мы продолжаем проходить ходячих мертвецов No Man's Land. Не людская земля. Вот. И мы... И сейчас, минуточку, я все еще разбираюсь. Принять. Угу. Так, я все еще. Так. Блин, я еще не разобрался в. Полностью не разобрался в этом, не могу разобраться в управлении. Так, пока мы не... Чего такого сделать не можем, поэтому так, дорога в терминус миссии. Мне проще вот так вот. Дорога в терминус четвертая миссия из первой главы. Скрытые угрозы. Ни на минуту не ослабляйте внимание. Ходячие могут появляться буквально из ниоткуда. Так, блин. Так. Какая разница, если честно? 59, 202, 60. Тоже как-то не идет. Нет, скорее всего. Так, 90-33. Наверное, этого я буду больше специализироваться по. Так, 90. Ага. Начинаем. Не могу я разобраться до конца с техникой улучшений, но я постараюсь разобраться. А, просто долгая загрузка. Напугало уже. Осторожнее, люди. Осторожнее, люди. Я не вижу ходячих, но зато слышу так, что они совсем близко. Перемещение выжившего на короткое расстояние является половиной действия. Там за ящиками один есть. Это стадо слишком большое, чтобы драться с ним в лоб. Они нас просто растерзают. Давай заманим сюда несколько зомби, и когда они подойдут достаточно близко, заколем их. Не использовано план действия, автоматически будет использоваться для атаки любого угрожающего тебе ходячего во время хода противника. Конись конец хода, чтобы позволить ходячему наступать. Так.
Наблюдение при разумном использовании дает тактическое преимущество, но помню, оно наносит меньше урона, чем прямые атаки. Отлично. Здесь все полностью разгромлено. Хорошо, эти психопаты получили то, чего заслуживали. Снаряжение получено. Продолжим. Сейчас посмотрим по поводу экипировки. Так. Сейчас в лагерь. Выжившие. Так. А, во. Угу. Так. Стрим. Это тоже 33. Подожди, у этого... А, 44. А, ножик у нас только один был. То есть ножницы бабочки, значит, были только одни у нас. Ё-моё. Так, биты. Но они по 17. Ёлки-палки. Обучить. Обучать. Отлично. Так. Что ж, минуточку. Достижение. Отлично. Что ж, ребят, на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Всем удачи, всем пока. Конец связи.